Всем привет! Первый сезон сериала «Пока не родила» состоял из 16 серий. Над проектом работал сценарист Арнольд Манасян, уже успевший получить неплохую репутацию после работы над сериалом «Вика Ураган». Поскольку большинство зрителей отмечали хорошо подобранных, колоритных персонажей, нельзя оставить без внимания должность директора по кастингу. Она досталась Анастасии Багировой. Кстати, она же занималась подбором актеров для нашумевшего сериала «Слово пацана» «Кровь на асфальте». Любимицей зрителей стала бабушка Кира в исполнении актрисы Татьяны Орловой. Вот кто по праву занял свою роль. Несмотря на солидный возраст, Орлова на лету схватывает поведение персонажей, а на площадке выглядит настолько реалистично, будто таким характером обладает сама актриса. Вы наверняка с нетерпением ожидаете даты выхода второго сезона, премьера которого назначена на осень 2025 года.